Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. Как же, дорогие мои, нам с вами не повезло, что мы живем во времена ужасной пандемии. Ведь многие поколения жили вовсе без эпидемии. А вот нам с вами не повезло. И как ужасно терять в эту пандемию самых дорогих для себя людей. Медийных личностей, артистов, актеров, певцов, которые сопровождали нас всю нашу жизнь, юность, детство, молодость. Группы «Мираж», «Натали» – одни названия, связанные у многих с целой жизнью. Буквально 10 минут назад стала известна трагическая новость. Ушел капитан. Ушел командир корабля, ушел первый и непобедимый. Несколько минут назад стало известно, что скончался Валерий Иванов, первый продюсер «Натали», первый продюсер группы «Мираж», скончался от коронавирусной инфекции, звездный продюсер ушел в возрасте 59 лет. Валерий Иванов скончался в одной из клиник Москвы в минувший вторник. И трагическую новость подтвердили его сокурсники, друзья и коллеги. Нет больше праздника. Прошли огонь. Мы с ним вместе прошли медные трубы, прочую ерунду. Стелла, Мираж, Натали, наша молодость, наша радость. Поклонники не могут поверить в случившееся. Они выражают слова соболезнования семье покойного. Всегда гордились и восхищались. Невероятно добрый и отзывчивый. Пусть земля будет пухом. Тяжело переживает утрату и Анна Кирсанова, дочь друга Иванова. Напомнили, что продюсер Алексей Иванов стал известен благодаря сотрудничеству с группами «Мираж», «Стелла» и, конечно же, певицей Натали, с которой они построили целую карьеру. Он помогал в сознании главного хита «Ветер с моря дул». К слову, со звездной блондинкой мужчина расстался, к сожалению, в ссоре, и Натали сейчас себя винит за это. А что же случилось? Спустя годы, когда Натали выпустила композицию «О боже, какой мужчина», продюсер заявил, что намерен требовать с нее деньги через суд. Иванов уверял, именно ему принадлежат права на сценическое имя Натали. Кроме того, он якобы вложил большие суммы в ее раскрутку, но так и не получил гонораров. Какие сейчас уже суммы? Какие раскрутки! Дорогие друзья, почтим память замечательного человека. Берегите себя, берегите свои семьи, детей. Не болейте, будьте счастливы. И если вы хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал. Целую, увидимся!